Всем привет! Меня зовут Тамара, сайт visasam.ru. Я оформляю электронные визы в разные страны мира. Всех хочу поздравить с тем, что открыли Турцию. И нам теперь не обязательно ехать на курорты нашего любимого Краснодарского края, а можно поехать снова в нашу любимую Турцию. Естественно, для россиян никакой визы для этого не понадобится. Однако сейчас необходимо заполнить анкету на въезд в Турцию. Сейчас это ввели практически в любую страну из-за этого сраного ковида. Она где как называется, где-то флайпас, где-то анкета здоровья. В Турции называется анкета для въезда. Можно оформить самостоятельно. Кто не хочет с этим совсем заморачиваться, можно оформить через нас. Просто напишите на WhatsApp +7 985 123 55 59, что нужна анкета на въезд в Турцию. Я вам пришлю необходимые анкетные вопросы и попрошу прислать фотографию разворота вашего загранпаспорта, чтобы я правильно списала ваши данные. Делаю я ее достаточно быстро, а так вообще нужно подавать не ранее, чем за 72 часа до вылета. В принципе, если вы полетите в какую-либо другую страну и вам понадобится какая-либо анкета для здоровья, флайпас или как она там будет по-другому называться, можете обращаться к нам. Я уверена, что мы сможем вам помочь ее заполнить. Также хочется обратить ваше внимание, что консультаций по самостоятельному оформлению у нас нет. В принципе, хотите, можете заполнить это самостоятельно, только тогда не звоните с вопросами, как это делается, потому что на самом деле заявок много по Кипру, по Турции, и просто нету времени вникать, объяснять что-то. Поэтому, кто самостоятельно, те молодцы, заполняйте самостоятельно, там, в принципе, не очень сложно. Кто не хочет всем этим заниматься, пишите нам, всегда рады, и всем хорошего отдыха этим летом. Также хочется напомнить, если вам в будущем понадобится электронная виза в Мексику, Индию, когда ее, конечно, откроют, на Шри-Ланку, Танзания наша уже очень многим полюбившаяся, про виза на Кипр, виза электронная в Кению, ну или куда там еще введут эту электронную визу, можете обращаться к нам. Наш сайт visasam.ru. И e-visa.sa. Наш сайт о самостоятельных путешествиях, оформлениях визы, оформлениях билетов в разные страны, где какие цены, куда вообще стоит летать, куда может быть и не стоит. Вы можете посмотреть на нашем сайте visasam.ru. Все информация обо всех электронных визах и флайпасах есть на сайте e-visa.sam.ru. Пожалуйста, посещайте наши сайты, заглядывайте к нам на YouTube-канал, подпишитесь на него предварительно. Всем хорошего отдыха этим летом. Отличнейшего свободного отдыха в следующем.